Выставка – это рассказ об отце и его взгляде на 70-е, рассказывает фотограф и дизайнер Александр Шинкаренко. На снимках – люди, объединяющие их традиции, отдых, праздники, обычные дворы и неповторимые моменты. Отец Александра, Андрей Шинкаренко, родился в 1934 году. В Сибири он оказался вместе с репрессированными родственниками. Окончил политех, стал главным конструктором на заводе, увлекался шахматами, книгами и фотографией. Снимал на работе, на улице, в тайге, в поездке на море и всегда на свой зенит. Всего в архиве набралось около 160 пленок разной сохранности. Это не просто семейный альбом, а к этому времени я еще сам стал увлекаться серьезно фотографией, смотреть больших классиков, и я понял, что это прямо хороший художественный результат. То есть это не потому, что мы вот видим город 70-х годов, не потому, что людей в странных одеждах и так далее. Ему удалось ловить какие-то очень вкусные, очень интересные моменты. На выставке представлены самые интересные снимки, и теперь их сможет увидеть каждый гость. Открытие состоялось сегодня вечером, и первые посетители уже поделились впечатлениями. Полный восторг, потому что тут максимально погружение в детство. Тут что, какого предмета не возьмись, вот лыжи, да, все это как бы в моем детстве были крепленницы, валенки. Захотелось сделать свою выставку именно в фотографии семейных. Такого плана. У нас как раз достаточно, и папа фотографировал много и профессионально. Работать выставка будет в доме художника на Мира 56 до 25 сентября. Вход по билетам.